18 июля в Сергиев день состоится открытие мемориального комплекса пострадавшим за веру в годы гонений и репрессий. Идея создания такого мемориала появилась в 2012 году. Тогда на пересечении улиц Вифанская и Пионерская установили памятный крест. В этом году его дополнили. Перед крестом будет фигура отца Павла Флоренского, ученого, мыслителя, священника. По задумке автора, скульптора Марии Тихоновой, образ отца Павла соединит в себе образы всех священнослужителей, погибших за веру. Когда откроется памятник, в принципе, все этот образ угадают, прочитают. То есть это не глянцевый образ священника, это священник-мученик. Рядом будут установлены два памятных бюста великой княгини Елизавете Федоровне Романовой и архимандриту Троицы Сергиевой Лавры Краниду, который был расстрелян в 1937 году. По словам Марии Тихоновой, этих людей многое связывает. Отец Павел служил в домовом храме Марфо-Мариинского монастыря, основанного Елизаветой Федоровной. Ну, это одни из самых главных лиц, можно сказать. Это Елизавета Федоровна, которая погибла в 18 году, и архимандрит Кранит, которого расстреляли на Бутовском полигоне в 37 году, в том же году, что и отца Павла, только отца Павла Левашова. И вот эта вот связь этих людей, она очень интересна. Это целая история, можно сказать. История и Троицы Сергиевой Лавры, и Сергиева Посада, и именно этих людей. На постаменте будет памятный камень, освященный на Соловках. Открытие мемориала погибшим за веру в годы гонений состоится 18 июля в 2 часа дня. Ожидается, что осветит мемориал патриарх Кирилл. Ирина Белякова, Антон Коврижных, программа «События».